начать да. Запись. О, даже паузу поставить можно. Да ты шо? Всё? Шахмат? Так, ФПС даже не просаживается. Нормально, нормально. Шахмат! Шахмат, атеист. Я пошёл срать. Как же долго копать, да? Пошёл, ну всё, подальше. У меня есть нормальная, формальная руда. Блин, я железо находил или нет? Зачем мне звонить, чтоб я встал и пошел ей дверь открывать? Серьезно? А мне оно надо? Железо, приди. А, мать, я занят, извини, блядь. Красава дороже, мать. Что, сходишь? Ха-ха-ха-ха. Он же срать пошел. Он срать пошел, он все. До связи. Да, другой еще будет? И че он не идет? А нет! Чурки нападают! Как дам по сроке! Опа, вот так вот ловишь в чипалах. Вылазь, на. Бам! Ну ты кекиш. В смысле ты не сдохла, чепуха? Всем что ли обалдела? На-н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 а. Ахахахахахахаха. Хорош. Девять. На шо меня хватит? А не на шо? Похили с собой, ёпте. Ты шо, я как лох. Ну так хотя бы. А, на хпшку мне хватит, заебись. Нихуя себе у него здоровье. Обалдеть. Просто капец. Чё гильза такая выпала? Так, где железо нафиг? Чё, совсем? Обалдели. Железо мне, сука, сюда. Быстро. Ну, начинается. Руды. Какая водичка. Да-да. Железо. 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 Водичка. О, железо! Это просто да, деду нет, надо. Так, так. Ага, вот все, иди нафиг. Я кефтеме. Сеточку, 11 хватишь? Где 11 прям? Нормально. Полетели домой. Как и должно быть. Поехали домой. Я это... Домой опять пойду страдать в Геншу. Иди. Маму на чай я пошел. Давай. Нет! Так, одну оставляем здесь. Кто? Обалдел, что ли? Охереть, вот это, конечно, приколы. Я на такое не подписывался, или... А тем, что ли, очумели? Фу! Фу! Нет, я... Фу! Убери лапы свои. Скорость стрельбы. Чё, через скорострельность его вкачать? Ого! Вот так вот один раз. Кач-кач. Не хватает! А, Владик? Шо? Познавательная история. Вижу, чел стоит ФК, тараню с него, толкаю его. Этот Идаяс жмет, короче, это самое, пробел. Ручной тормоз. Вижу, у него колеса заблокировались. Я пишу гей в чат. И в этот момент выезжает кабан, дроновщик, блядь. Въебывается мне в кабину. Помнишь этот крафт на буре? Ну. Просто въебывается мне в кабину, я фловы и иду нахуй. Хороший. Чебур вкачать. Надо сейчас посмотреть, что за порода идет. Ну ты порода говна, но она в единичном экземпляре. А, вот, тут водичка нужна, ебать. Водичка деду надо. Дед там находил водичку. Я чурла забрал, я чурла уже забрал. В чем проблема, в чем беда? Алкоголь или вода? В том, что полная пизда. Капец. А, я же, наверное, выкладывать буду в YouTube. Вот эти мои все домики. Что ты будешь выкладывать? Как я пизжу? Домики кеперы.
Так я тебе историю рассказываю охуительные. Нет, как я в думке переиграю. История это так, на фоне. Водичка. Ну, ну так вот, именно что на фоне одобрят. А, кто меня смотрит? А, похуй, я согласен. Пошли все. Всего хорошего. Счастливого вам пути. Да. Ля, я нашел, короче, понял, два этих. Две вкусняхи рядом. Понял, два. Уху. Как они? Два артефакта рядом нашел. Один, который за водичку, бывает, а второй, который. Бывает такое. Второй, который просто. Охереть. Все, отдыхайте здесь. А я копаю. Блин, надо хотя бы одно железо затащить, да? Я не успею, наверное. Ну пиздец. Поехали со мной. Обломщики. Гандончики, да. А, подожди, чувырла должна таскать. Чувырла, ты притащишь мне железо? Да знаю, знаю, знаю. Все, все, бегу. Водосборник, кстати, это деду надо. И давай. Бля, укрепление корпуса купола. Больше рукопашных ударов. Не влияет защиту снарядов. Вот это, кстати, плохо. Плечевая структурная прочность. Бля, я никогда не брал воскрешение. Вот если Максим увидит, он такой. О! О! А вот так мне нравится. 13! Че, возьмем два выстрела, да? Ну да. Че, я как лох. Дугу-д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 угу
И я не попадаю, кипич. Ля-ля-ля, на снижение погнал. Обалдел совсем. Так, а ты пора что же надо улучшать, да? Автогидратация. Ваша основная способность гидратироваться без расхода воды. После сеанса гидратации производство воды в сборщике будет заменено. Бля, хуй знает. А, я ж мог включить за... Ай, дебил. Я ж мог включить ослабление дурачков. Я что-то протупил. А ты с этой темой играешь, которая замедляет их? Да, я с репеллентом играю. Ну я ослаблялку включил. Только играл с ней, кстати, в первый раз. Прикольная тема. Да, ослаблялка классная. А? Кто? Да, убежали. Ослаблялкич, замечалчич, ой, замедлялкич. Вот так вот все. Красивое. Халява. Надеюсь, не слишком громкий буду. На записи. Похуй. Тебе же похуй, всем похуй. Все, в порядке. Дыши носик. Через три копать надо. Хо-хо. А где тебя, Даня? Ушел в гейшн. Ну, потому что не полечился. Ну ладно. Он так и не отыкался. Домой. Домой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вышли новые серии Скибери Туалет. Надо посмотреть. Что у вас здесь происходит? Да пошёл ты нахрен. Гулялка. Я только что посмотрел 43-ю. Всего 45, мой. Скибери Туалет. Скибери Туалет, да. Шкибиди туалет! А, я ж два раза шмаляю. Бам-бам! Хорош. Шкибиди туалет. Это было красиво, да? Это я хотел вам сказать, что я отойду на некоторое время. Окей. Монет так и не хватает, милок.
Так, через три, да? Или у меня в деревню подешь. Фак. Ладно, пофиг. Что это за хуятина? На 6 монет, на 5. Та-ти-та-ти-та. Славно. Блин. Что за неформальные раскопки? Что-то что-нибудь заберу уже. Нет, все пропало. Мой дом. А, вот это надо мне. Два, а надо три, сука. Иди нахуй. Блин, у меня туда херня до сих пор не вкачана, да? Плохо. Надо вкачивать. А купол ты сломаешь сейчас? Не надо, дядя. Что-то... На кирпичах. На турецке на кирпичах как-то. Плохо играю. Что за никифтимия какой-то? Что-то не так делаю. Прокачусь не так. Короче, пофиг. Бей его! Сука. Не хочет, да? Надо все вынести. Сейчас. Поиск новостей. Я не буду искать новости. Я буду смотреть Скибиди Твайлет. 44. Шкибиди... Ты смотрел новую серию Шкибиди Туалет. Скибиди Твайлет. 64. Вот он. Там такой эпичный замес. Капец, что-то меня разносит по-жесткому. Может, надо было все-таки замедлялку взять? Не, мне кажется, на последней волне затащу. Не получается без урона проходить. Вот это плохо на самом деле. Почему так? Наверное, я что-то не так качаю. Наверное, мне надо что-то более сильное. Дополнительный урон монстром 100%. Охуеть! Ну это разнос какой-то. Это прям мега имбище. Типа жирничий разнос. Ну я, наверное, вот это вкачаю. Раз. И вот так вот. Чтобы жестко задерживать волну. Занимаемся терраформированием. Ну погнали. Ну это какой-то в натуре жест. И охуенно, что они этого вернули. Синего. Вот это хорошо, Валик сейчас сыграл. Вот это просто было. Pro Game Move. 10 тысяч. У, я же еще под гидратацией. Уф. Что творит просто молодой. Так, водичку надо вынести, не забыть. Вот это парашют. Давай здесь копать. Что-то осталось.
Что надо все выносить? Заняться сейчас пару. КБД, 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 КБД. КБДСМ. Эта битва будет легендарной. Главного скибиди твар сейчас будут бить. Его смыли. Блять, его не. Он не смывает. Оно не контрится. Сука. Оно не контрится. Его пиздят, пиздят. Его пиздят, пиздят. А он не хочет. Нихера себе. 11 штук могу захапать с собой. Обалдеть, просто можно. На скорость качать, наверное. А, ну все, ему... Или дайте мне лифт, ёпс, тудей. Сколько можно? Наконец-то его выебали. Все, он умер. Не репеллент это им, блин. А, он не настоящий был, сука, нет, он был не настоящий. Бегите. Блять. Бегите, глупцы. Не, у нас пиздить не могу. Оп, три занес. Хорош. Сколько? Ты шо, обалдели, шо ли? Это что такое? Additional health on restu. Ладно, это когда будет все плохо. Вообще никого-то, конечно. Блин, а смысл тратить целых 6? Я за 6 могу фул починиться. Это был не настоящий пиди-туалет. Я могу 2 раза похилиться на фуля. Это неплохо так, слушай. Я считаю профит. Я считаю. Оставим такой тянк. Блин, ракетки какая-то тема вообще. Может ракетки взять? На ракетки брал, я хочу поработать мега тру ту 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 вот так вот делать. Тугу-дугу-дугу-дугу-дугу. Еще больше дэмэдж. Не, надо сейчас пойти в этот. Всякие саппортские штуки. Вот так вот будет еще больше дэмэджа. На 50%. Тогда я что смогу качнуть? Блин, а мне что-то эту шляпу надо качать еще. Давай сделаем, пусть мне все делает. 8 и 10, это не 15. Блин. О, вот эта тема. На самом деле. Где ЛТ, блин? Ты нафиг. Ну слушай, хорошо, хорошо пошел. Хорошо за этого. А, надо еще гидрогидратейшн улучшать. Ну вот это я понимаю. Урон прибавился, все прибавилось. Внизу еще не накопали, где? Я преуспел в убийстве оленей. Хорош. Блять, ты куда? Что ты делаешь? Kingdom Come играю. Kingdom Come? Даже внутри просто такая хам. Ну. Kingdom. Ну это колеска, то есть. This is my cum, this is my cum. When you see my dick, look into my ass. This is the penis heart, this is the penis heart. Don't get so close. Я не успею, а так успею. Я, по-моему, даже так не успею. Я успею. Что-то я не успеваю.
блядь. Опа-на. Что страшно на самом деле сейчас было? Опа-на, я опа-на. Блин, опять меня покосили, да вы угораете. Ты в чё играешь? В доме кипера. В доме кипера? Капец, обидно. А там тебе нужно скелетиков собирать, и не только скелетиков. Ну, типа. А, я не ваншот. Угу. Все, больше никого не появится. Капец, они сносят. Ты что, в угаре там что ли все? Это все просто габела какая-то. Они сносят просто страшное количество урона. Я не знаю, как без электризатора играть. Вообще габела. Купола будет. Нет, беги, беги, долбоёб. Ты мне стоил 3 золотых, блядь. Ты тоже. Вы умрёте от спида. Как минимум. Поедем наверх и застанем волну жестко. Поймаем их на ошибке и спустимся вниз. Еще раз. Насрал. Хорош. Да. Тема волхак, легальный волхак. Что это такое? Здесь. Здесь не я рабочим плачу, а мне рабочие платят за то, что работают. Кайф. Имба. Имба. Кончится. А, дебил, меня сейчас убьют, нахуй. Ты нихуя. Зайчика угасите, пацаны, они нужны мне. Ой-ой-ой. Пиздец, в этой игре ты убиваешь зайцев, оленей, и из них падают монетки. При смерти. Нафиг на Владике. Ну что это за дела такие? Подожди, у меня же дохера ресурсов было. Девятнадцать. Надо качнуть, да-да. Чтобы не втыкали никто. Ну, сука. Пиздец, дам. Автогидратация. Сука, ну пиздец. Что это за габела какая-то происходит? Я не понимаю. Мне здесь очень плохо. Надо золото забрать. И водичку вот эту. Нахрен, короче. Не до связи просто. Еще одну скинуть надо, еще что-нибудь скинуть. Дайте мне лифт.
Я надеюсь, там будет лифт вот в этой вот квадратике, сука. Ебаном. Туда сейчас ничего качать не буду, а потом квадратик подожду. Ага, сука, успел. А ну признавайте, кто, блядь. А, дуванчики, конечно же. Ага, я возрождение подожду. Ну хорош. Стреляю вообще. Ты пиздец, сука. Ну я все того шатал. Просто все того шатал. Ну нас завосянил. Просто завосянил. DX. Скажите, что это лифт, сука. Я заебался так далеко подниматься. На лифте покруче. Или телепорт какой-нибудь. На лифт попище будет. Зонд. Говно, все просто кал. Калище. Надеюсь, я еще что-нибудь. У меня вроде на огромной карте. Скорее всего, что-нибудь уже не найду. Зонд, сука. Ну это пиздец, нахуй. Спускает импульс. Да подальше все пошло. Говно какое-то, сука. Предлагает он, блядь. Батное. Того все расшатал. Ну, лифт не хай. Ууу, ты это вот пока спустишься, ебать. 10 лет нахуй пройдет. Было что таскать. Yes. Что это за приколы такие неприкольные вообще? Так долго надо подниматься, я шалею просто. Обалдеваю. Восемь надо, бля. Тугу-дугу-ду. Тугу-дугу-дугу-дугу. Тугу-дугу-дугу-дугу. Давай. Ха-ха, хули. Так, и, наверное, качаем, блядь. Не качаем, нахуй. Задержка волны в циклах. Еще вот так вот давай. После гидратации. Где? Гандон, гандон, гандон. Бам, бам. Ой, блядь, блядь, беги нахуй. Винтус идет. Хорошо. Вообще не заворонился. Стуки, звуки стола, наверное, будут слышны. Несет, несет. Хорош. Зонт не устроился. Вообще не там ничего не устроилось.
Одна параша. Херню какую-то предлагаю. Поразбежалися отсюда, ва. Козлы. У меня рабочих, блядь. Они вообще работают, блядь. Стоят, блядь. Хули вы стоите? Хули вы стоите, блядь? Так, а я успею еще заход сходить за вот этот вот репелентирование? Да, успею. Сейчас заборщик оформить. Я хуею. У меня просто рабочие стоят. Хорош. Зарплату ему меньше. Чтобы не втыкали. Ага. Или повесить одного из них. Чтоб не повадно было. Ага. А я ж мега задержку поставил, цикл. Уф. Кеф тиме. Так, это что, надо добыть что-то надо, да? Не надо ничего. Я и так, сука. Еле успею сейчас. О, погнал, давай с водичкой. Четко просто, видишь, да? Ну нужно, нужно. Иначе габела будет. Это надо. Это что? Скорость передвижения. Вот это давай. Прокачаем. Скорость добычи воды не надо, потому что воды мне уже хватает. Пассивный доход есть и хорошо. Так, потом тогда скорость надо, блять, улучшить, потому что я того все шатал в жопу. Та-т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 а. Откуда? Говно! Нет! Вот и вообще. Ну, Васяня. Гидратация. Так, а я мог что-то не заметить. Не-не-не, там порода твердая. Ой, хорошо, вот эта тема. Приятная порода. Налочка, да? Так, ладно, пойдем уже обратно. Или нет? Вот. Не сейчас. Сейчас, наверное. Пойдем обратно. Нажмем. Все. И сука, ну почему ты железо выкинул? Нужно было кобальт. А, ну правильно, чтобы этот кехич донес. Гений. Просто гений. Ладно. А что, гидратация кончилась, что ли? Ну и совсем. Балдели. Ага, что-то делаем. Раз. Так, кто-то потом шумит. 2-4 выстрела или перезаряд? О, нихера себе! На 2 секунды меньше. Либо тун-тун-тун-тун. Блянь, деревья рубят молотками. Блять, жесткие. Мега жесткие. Мега жесткие. Урон. Фуф. Фуф.
Нет. Мне кажется, вот это пизже будет. Ну что, ебать, да. Как уебал просто молодых. О, олень идет. Хорош. Нет! Ну ты козлина. Капец, она снулась, я обратил нахуй, ребята. Ебанешься просто, сколько она сносит. Это так вообще дело не пойдет, ребята, же, да? Ну это никак не вообще. С другой стороны, я близко к финалу. Возможно, мне... Пока воды еще найду, вот так вот, да. Ой-ой-ой, железо нашел. Что-то сейчас тут ахера будет. А, да, чё? Гриб бы дали мне. Надо сейчас жестко занос сделать. Завоз. Да? Я слышу гром. Ага, он еще за. Ага, так, ну я должен успеть. Так ведь. Походу не так ведь. Да, хер. Ну и ладно. Так. Скорость поворота надо качнуть. Потому что на меня кикичи нападают. Это забей. Доп. Действия, способности, время. Ха. Ха. Куда? Вот это вот я говорил. Что сейчас было? Сейчас мы будем заниматься ничем. Блять, в смысле ничем? Ну обломал. Да, блять. Сука. Ну сейчас орда нахуй этих полезет, а это не до гоблинов. Сейчас мы будем заниматься сексом. Именно. Так, хватает бабок? Хватает. Не хватает, блядь. Не хватило. Так, сюда монетку. Сюда монетку. Сюда три монетки. Сюда еще три монетки. Не, нихуя не три, да? Раз, два, три. Монетки. Айс, квит, хвайлет. Водичка нету. Водичка нету. Ох, нихуя вам тут строить, ребята. Вас всего двое. Придется поработать и в ночную смену. Что за неформальная компания делаешь? Хорош. О, это вас трое тут. Не так уж и... Мало. Грустно. У меня рабочие в основном негры. Рабочий класс. Ой. У меня даже лошадь черная. Потому что черные лучше работают.
Ну, правильно. Погнал, погнал, молодой. Ну, все, что не успеем, да несет чурла. Пошли неприятные, непонятные, не было же ничего, странность. Ладно, вроде лагов не было, допустим. Не втыкали. Ха-ха-ха. Так, а вот мне интересно, я ничего не забыл? Бурбы качнуть. Один, ну чё, угорайте. Блин, а тут решили бур качать придется. Что-то не хочется. Я не помню, качал в прошлый раз. Лифт бы. О, да, не говори, лифт вообще прям не хватает. Каждую бы катку с лифтом играл. Ха. Ну, кроме Марк Шейдера, ему лифт не особо нужен. Это что такое? Я перелет какой-то оформил, вообще не культурный. Блин, я что, опять не завязаю репеллент? А, нет, на следующий он я тогда завязаю. Пофиг. Офиг. Обидность. Тут, блядь. Придется бур качнуть. Или нет? Ладно, нет. Пока подождем. Не будем качать. Наверное, хпшку надо качнуть. По любасу. Потому что, бля. Без хпшки никуда. А теперь уже вливаться чисто в пушку. Потому что, бля, хомуха, нифига себе, 4 выстрела. Немало. Обидно сейчас было. Обидно. Блин, птичка. Руины. Как она бесит. Просто и на шахиду с херов. Куда я лечу? Да, мы катимся, ты хотел сказать. Да, мы лезем. Ну там еще биом. Хм. Возможно, бур все-таки надо качнуть. Потому что хотя. Да блин, надо. Мне кажется, найду еще много железа.
еще долго так будет копать. Майнкрафт. Ну вообще тяжело, просто тяжко. А может и не буду. Ха. Интересно, сколько я найду еще? О, май гад! Battle Hell. Опять Division завис. Ой, блять, что за игра противная? Ну все, не нравится. 28 надо, да? Охереть. Гидратируйся там, я хуй знаю, что уже вылечит. Жопу себе увеличит. Поехали. Let's fucking go. Ага. Да ты как ты это делаешь? Кто мне пишет? И чё? А, из-за этой пульки, ага, я понял. Надо проверить, что у нас тут. Вдруг я что-то забыл. А я мог что-то забыть? А потом буду говорить, а нет, как я мог что-то забыть? Кикич. Кто пишет? Пользователь. Пользователь, в нашей группе пишет. Все, значит идут нафиг. Вот тут не докопал. Ай-яй-яй. Какой нефор не докопал здесь? Надо тут уже копать. Что за нефор просто не докапывает? Опа-на. Железо. Ха-ха-ха-ха. Это деду надо. Уф. Это на записи будет слышно? Ага. Если мы это слышим, то... Что ты слышишь? Мне что, не слышите? Гав. А, гав, то пофигу абсолютно. Не интересует. А ты что, пёрнул там, что ли? Не, там в этом. У меня сообщение в Телеграме. Я третий день подряд принимаю приглашение от одного и того же чела. Я уже никнейм его запомнил, блядь. А где? Хуеть можно. Он просто, вот просто больше никто не играет. Division? Да. Тебе, наверное, Dark Swarm понравится. И вот этот вот, как его? Не факт. А там потому что то же самое, что в Division, считай. По визуалу. Ну, блин, Division это все-таки уровень. Согласен. Ух, какой. Они забросили, конечно, полу. Они вроде сейчас что-то пытаются. Вроде как. А Division это кооперативная игра? Это и так и сяк. Ну тогда нормально. Не просто нормально, это очуительно. Вон. А нет, волна. Только не птички вот эти вот обрыганные.
нагадали Козе смерть. Ты слышишь, Кость? Нафиг? Ну это капец. Что-то разнулся от Владика, как-то не кеф ты мне. Что у вас здесь происходит? По-моему, вот это тут. Рувен. Ага, понял. Тут еще что-то было. Но я пропустил. Ай-яй-яй, таким быть вообще не круто. Не понял, а что за 50 FPS убил меня? Ком за 100 тысяч. Ну да, да, блядь. По-моему. Настройки у меня. Как вот стали выше. Ля. Схватил. Побежал. Хорош. Надо домой. Не схватил одну водичку. А нет. Все пропало. По-моему, я слишком быстро сейчас приеду, да? Ну вот незадача. Давайте что-нибудь покопаем. Чтобы не так обидно было. Вот все, теперь я приехал почти вовремя. Ха. Гидратацию включим. Ты что горишь? Ну может чуть позже. А, пофиг. Да, 4 выстрела просто сюда мне. Ну не знаю. Плюс кринги какой-то будет. Прикинь, если я вдруг стану ютубером каким-то. Вот эти вот первые видео. Уже летит. Это будет. Просто что творит этот молодой? Что творит этот молодой? Он наводит суету, просто капец. Сучки. Железо? Нет. Водичка. О, железо. Спасибо. Е-е-е, как же его дофига. Я балдею, ребята. Очумить. Так, 10 штучек берем. Оставляем одного тут. Вываливаемся отсюда. Чтобы включить репеллентус. Жестко застопить волну. И выжить. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Заебала эта игра, блядь. Что же оно такое, пиздец? Блин, сад это имба. На самом деле, если у тебя лифта нету, или если ты маркшейдер. Ну что, я? Тумкипер. Ну, я. Лично я играю. Mm-hmm.
Ага, тут еще продолжение, понял. Ага, валить надо. Тут я что-то размечтался нафиг. Хотя еще нету ничего. Но если что, черепиздрик соберет. Что бы я еще мог прокачать? 24 на пушку я бы еще влил. Но я бы, наверное, вот так вот еще бы сделал. Потому что это круто. Не этот, не концентрируюсь на одном враге, на толпе размазываю демедж фиговенько. Дайте мне прокачать буру. Так, после этой миссии пойду в Аскен. Или как он там правильно называется? Кого? Нормально разговариваю? Чин-чон-чон-чин. Чин-чон-чон-чин. Блин, вот это видосик классный будет. Если, конечно, ничего не произойдет такого. Что-то типа путь-уть, и все, записи нет. Так. Ты что, реально видос на YouTube записи? Да, хочу видос на YouTube положить. Чтобы потом посмотреть и сказать «Кринжанул». Блин, вот так вот он сделал. Потому что увеличение способности — это обалденно. Обалденно. О-о-о. Нет, не надо, дядя. Только не в боку. Слышишь, то, что сказал? Все-таки в жопу. Что творит этот молодой? О. Чин. Так, а теперь мне надо что сделать? Пойти выкопать вот это вот. Блин, они все-таки ломают меня прокачать бур. Милки. Какой тупой предмет, нахуй.
когда тебя бьют один раз, у тебя плюс одна терза, блять, и молоко под ногами разбивается. Пиздец, охуенно, блядь. Ты, получается, плачешь на одну терзу больше, потому что у тебя молоко разлилось. А ну логично, блядь. Погнал репеллен. Еще десяток бы схватить. Брать. И пойти. Та-ти-та-ти-та. Слава мина. Я же правильно понимаю, ты там это, скелетов собираешь? Кто я? Да? Я нет. Ну, там зомби скелетов собираешь. Не, Doomkeeper это этот, Tower Defense вообще. Ну, я знаю, это вот. Ты копаешь пещеру, ресурсы добываешь, прокачиваешь купол, убиваешься от волн. О, нихуя нас выебали. А, Doomkeeper, бля, вспомнил. Помнил я. Помню. Пиксельная такая игра. Я знаю, что это такое, блядь. Всё в ноль меня ухуярили, падла, блядь. Сказал бы ты в космосе, я бы сразу понял. Не, ну ты на планету типа высаживаешься. Ну да, да. Да, такой своеобразный дип-рок на самом деле еще. Ну типа. Ну да. Что-то похоже. Пиксельный. Да. Пиксельный дипкок. Только жуки сверху, они везде. Ага. Сламина-мина. Кто-то там, бля. Ой. Это щит вот я. Ну постой, ну не иди, жирный. Жирный, стой, жирный, стой. Я не буду стоять, иди нахуй. Ёбак, блядь. Я буду бежать. Вечность. Так, жесткая волна сейчас будет. Вон, ту. О. Ядрен. Ядрен батон. Батон из ядер. Блять, нас просто боты зарашили, я хуйню, блять. Боты, когда чувствуют, что их не пробивают, они просто давят нахуй, им похуй, блять. Вот они, сука, умные. Гандоны. Куда нас откинуло, блять? Так и запишем. Куда нас откинуло, блять? Ой, мы тебе это припомним, Егор. А, в самое начало нас откинуло, блядь. Все с нуля, нахуй, называется. Тильт. Блядь. Короче, тут часто будут попадаться ебучие гондоны. Это что, что за игра? Где импульс? Вот он, импульс. Это этот. Как Death Gone. Это называется? Нет. Death Gone. Ну-ну-ну. Да-да-да. Mm-hmm. Ну как этот, как, блять, как танков, только похоже чуть-чуть. Mm-hmm. Вообще мимо. Ух ты. Это деду надо, да? Ух ты, бля. Ух ты, бля. Это деду надо. Можно нам скрыть Твайлет. Можно. Эксплозива, нихуя себе. Я хочу эксплозиву. Спасибо. Так, где мой чубзик? Ой, что-то как-то долго. А хотя нет. Успеваем. Полетел молодой. Правильно, лети. Куда? Дерева нет, да и хрен с ним. У меня хватит железа на всю игру. Дерева нет, оно и хуй с ним. Поеду на другом авто. Да-да. Сорвись, сука. Ебаная. Купим 24?
как вот эта хера, так что можно уже это что-нибудь растранжиривать. Длительность действия. Да похеру. Первую стадию собью босса и хорош. Погнали. Вау! Охереть. Что за... Да. Кал Калыч. Кал Калыч. Кал Калыч. Так, я что, тут все выкопал, че нет? Че я тут железо нашел? Не, не тут. Хорош. Что за неформальный лабиринт у меня какие-то? Ай. Нет, я не прокачаю грузоподъемное. Нет, я не умру в туалете. Сука, какой фулл халф, блядь. Вот сквозь себе засунь фулл халф. Блять, если я не найду нахуй по сдаче крови, это будет фиаско, блять. Ладно. Ну, уже похуй. Хотя все равно надо. И желательно хпшечку еще. Итак, а тут у нас... Уже долго он копает. Или не ладно? Не ладно. Еще нибудь. Так, ну походу все, это финалочка. Финалочка. Есть. Пушечки полностью прокачал? Не, ну я про то, что... Ну да, почти полностью пушечки осталось. Пушечки главное прокачать полностью, а то я, да, блять, да, вот-вот да. Проходил за артиллерию, я полностью вкачал все дополнительное, там то, что там время увеличивает. Вот такую всю хуйню, и, короче, основную свою пушку не вкачал, у меня просто... Ну, ты понимаешь, что да, с ним да, сделали, это да? Фатальная ошибка, когда ну, ты блядь, больше я думал, там ресурс еще нормально будет, там нихуя не нормально. В пушку, да. Типа надо... Артиллерия. Да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Надо вкидываться в пушку, иначе габелла будет. БФДЖ сейчас... хочу, БФДЖ. БФДЖ заебись. Блин, почему 21? Вот я сейчас... Ну, вот мне еще 3 железа и... На фул вкачаю арту. Блин, понял, короче, что делаешь? Берешь репеллент, артиллерию, качаешься через область атаки и качаешь на репелленте этот ослабление мобов. То есть у тебя как бы и урон остается, и область атаки. То есть ты всех херачишь. И с очень большим уроном. Мне кажется, это очень классный билд. Прям мега-супер-пупер-дупер. И ультра-имба. Я взял автопушку. Автоматическую. Супер дупер мега ультра. Хорош. Вообще. Блин, а где звук? Обалдеть. Где? Неформальный информал. Где-то? Туда. Как же она мочит, просто капец. Блин, на записи, наверное, круче будет. Хорошо. Эта игра еще такая, типа, нетребовательная, ее можно
с хорошим битрейтом сделать на записи. Так, ну что ж, заканчивать надо. Эти пещеры, финальный артефакт я нашел. И это хорошо. Ну да, все уже тут нет ни хера. Нужно его тащить потихоньку. Скорее всего, уже на этой волне и закончим. Так, а репеллент хватит, интересно? А нет. Блин, ну должно хватить. Ладно, хрен не спускаться. Уля, я ее так несу. Вот это я умный. Все. Все, так все окончено. Ну у меня, смотри, типа, у меня очень дофига железа. Прям очень. Замечательно. Твои родители, наверное, тобой гордятся. А теперь выйди и потрогай траву. Всем так. Да, да, посмотри, у меня такое оружие, я ПВЕшер, короче. Вот, а теперь выйди из своего компьютера, блядь. Выходит к людям, а там нахуй накачанные мужики здоровые, блядь, работяги нахуй. А он, блядь, чисто нахуй компьютерный гений, гей. Компьютерный гений, гей. 6-7. Вот, блин, не хватит. Ну и ладно. Теперь уже пофигу. У меня 11 этого, как называют, вольфрам? Да? Или как? Кобальт, кобальт. Это... 11 штук кобальта. Это укроп. Ну да. Типа 11 штук кобальта, это ежи, да? Сейчас я еще и захилюсь на фул, у меня еще есть одно возрождение. Я на полностью прокачал пушку, теперь у меня двойной пулемет. На 7. А что можно за 7 качнуть? А ничего. Можно вот так сделать. Количество волн, чтобы показывало, сколько я прошел. Да, я за 7 ничего не качу. Можно вот так вот сделать, чтобы меньше было. Поехали. Уф. Нихера себе у него скорость атаки. Сразу просто в тильт ушел Вася. Обалдеть. Я его размотал. Это разъебало. По-моему, сейчас ничего не сделают. Даже если захотят. Все, это победа. Ну, отлично, я считаю. Я не хилился. Я не использовал второе возрождение. Хорош. Так, а теперь смотрим. Что у меня там найдено. Не найдено. Пойди, даже если ресурсы где-то оставлял, мне черепиздрик он их приносил. Тихо, ну прям вообще. Блин, двойная этот. Слышишь, двойной пулемет, это просто имба. Дря, 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 вообще устраиваешь. Это жесть. Ну, там нету пулеметов. Я не прокопал одну часть, но там ничего не было. Это чуечка называется. Чуечка, нет. Там уже нету. Там же нет пушек. Где? В домкипе. А как ты от волн врагов отбиваешься? Ну этим... Типа, а, о, то я одно железо не забрал, серьезно? Один кусочек лежал. Блять, этим нахуй, тупом. Ну там и был меч и был лазер, а сейчас добавили артиллерию и этот Тесла.
Нихуя себе. Сильный паралич какой-то. Нихера себе. Поехали. Достижение. Наверное, разблокировать все способности репеллента, да. А давайте я спать пошел. А так, на работу, блядь. А давай спокойно. А до свидания. А до свидания. Блядь, спокойной ночи.